Крылья души. Под таким названием в селе Бесколь прошел ежегодный фестиваль. Участие приняли жители района с инвалидностью. Мероприятие прошло в трех номинациях: лучший творец, поющие сердца, золотое перо. С подробностями наш корреспондент. Светлана Величенко представляет Рассветский сельский округ. У женщины проблемы со слухом, но это не мешает ей жить активной жизнью. Помимо основной работы, она занимается спортом, является призером и чемпионом областных игр по настольному теннису. И это не единственное увлечение. Сегодня на выставке Светлана представила свои работы. Вообще-то у меня работа много чего может сделать. Может из бумаги, может из пластилина. Я могу даже из глины сделать. Ну, в основном у меня привыкла сама обучка, это я пошла из бисера. Сначала небольшие у меня были изделия, потом постепенно через YouTube я уже начала получаться побольше. Пошла на риск, но, слава богу, все нормально, хорошо, мне нравится. Участие принимают не только взрослые, но и дети. Цель фестиваля – раскрытие талантов у людей с ограниченными возможностями. Ну, наше мероприятие, фестиваль для людей с инвалидностью «Крылья души» Жан Канаты проводится с 2014 года. Это у нас 7-й по счету фестиваль. В данном фестивале принимают участие люди с инвалидностью, участвуют по 3 номинациям. Значит, это лучший творец. Они представляют в этой номинации свои работы в различном творчестве, декоративно-прикладное искусство, картины рисуют, бисером там поделки делают и так далее, и так далее. То есть здесь мы вообще ни в чем не ограничиваем. А вторая номинация называется «Золотое перо». Здесь у нас участники декламируют свои произведения, стихотворения. Если же нет стихотворений собственного сочинения, то они декламируют те стихотворения, которые нравятся. Тематика здесь тоже различная, начиная там от любви к родине и заканчивая любовью, так скажем, человеческой. Ну и третья номинация – это «Поющие сердца». Здесь в данной номинации представляются люди именно вокального исполнения. Победителей на фестивале не выделяют. Всех участников наградили почетными грамотами и ценными призами. «Крылья души» помогает людям с инвалидностью побороть стеснение и раскрыть свои таланты. Большим этапом для участников является победа над собой, переступить свой страх. Поборов внутренние преграды, они уже становятся победителями. Лаура Рагимова, Анатолий Беланок, служба новостей.